Здравствуйте, с вами снова я из Финляндии. Сегодня я была опять в центре, сделала кое-какие покупочки и хочу вам показать. Вот купила я вот таких вот два одеяла. Видите? Сейчас подойду ближе, сделаю хорошую резкость. Видите, вот 150 на 2, на 20. И вот, если вам видно, короче говоря, эти одеяла из магазина Юск. Я всегда покупаю одеяла и подушки в этом магазине. Дальше вот купила две таких подушки с того же магазина. Видите, вот пакет с них. Вот, вот такой вот состав. Вот такие вот бирочки на подушках. Подушки хорошие. Они стоили 34,90, ну 40 евро. Я их купила по 11 евро сегодня. Они такое, такая ткань хорошая, видите, белая, с такой какой-то выработочкой. А одеяло тоже по 14 евро они сегодня, а стоили они по 40 евро. Видите, такая ткань тоже выработанная. Здесь белая, а здесь такая же голубая. Два таких одеяла купила и две подушки. Это я не себе, это я купила дочери в Италию. Я очень часто покупаю им. Подушки раз в год мы меняем, выбрасываем. А одеяло тоже стараемся, ну, раз в год, может быть, раз в полтора. Старые подушки они увозят к себе на яхту. Когда едут с ночевкой куда-то, тогда они там пользуются. Вот на эти выходные у них была регата до Словении. Они в Порторож, с Триеста в Порторож они шли. И там в Порторож они ночевали, ну, ночевали на своей яхте. Поэтому надо каждому одеяло и подушки. В общем, поэтому старые у нас всегда есть куда применить. Дальше вот купила также для них. Видите, тоже магазин Юск. Это сумка-холодильник. Сегодня она была 5 евро. Это тоже повезу к ним в Италию. Это купила вот такие вот тряпочные тканевые. Тканевые такие. Тут поставлю их, как их назвать, ну, мокасины, скажем, да? Да, мокасины. Вот такие мокасины. Это для сына купила. И вот такая вот фирма Скила. Это наша финская фирма, очень хорошая финская фирма. Она делает спортивную одежду, эта фирма. И вот сегодня цена их была... Никак не могу резко навести. 7 евро 48 центов, а стоили 14,90. 15 стоили, а сейчас 7,50. Ну, в полцены, в общем. Ну, купила еще такую штуку, все знают, ополаскиватель для зубок. И вот таких вот 4 щеточки в упаковочке. Эти 4 щеточки стоили 2 евро. Тоже щетки меняю часто, раз в полгода я выбрасываю, меняю щетки. Такие вот вещи. Вот. Потом дальше. Вот купила для дочери вот такой вот Марео. Это для того, чтобы ей на пляж ходить. На пляж или когда они куда-то с мужем выезжают. Или в Италии на море, или в Словении, в Хорватии. Жарко. И поверх купальника, когда с воды вышел, не всегда зонтики есть. Поэтому так одевать. Одно такое купила. Вот сейчас я покажу вам, стоило оно... Сегодня 7 евро, видите, а была его цена, сейчас вот видите, не знаю, видно, не видно, вот 24,99, вот. Сейчас повешу на это место другое, я два ей купила, потому что, знаете, летом, когда жарко, все выгорает, поэтому... Одного абсолютно недостаточно, а второе просто такое вот однотонное, такое цветы чайной розы, очень красивое. Впереди завязывается, и потом, видите, такие сделаны какие-то там бомбошечки. И по бокам тоже вот так вот завязывается. Вот видите, такие вот завязочки по бокам. Сейчас вам еще поверну на ту сторону, покажу спинку, она тоже так красиво сделана.
Спинка тут как прошва такая. Вот видите, как красиво сделано. Вот так вот красиво сделано. И так внизу. Вот. И тоже цена сегодня. Вот видите, 7 евро. Вот этот вот магазин. И тоже была цена его. $24.99. Ну, вот такие вот две штучки. Вот видите, красивенько так сделано. Такими всякими красивенькими этими. Прошвочкой отделана. Ткань такая легкая, легкая, приятненькая к телу будет. Ну, кроме этого, купила еще винограда. Там по 1,5 евро такой большой, крупный. Не буду вам показывать, там сырки сладкие. Ну вот, на этом, пожалуй, все. С вами была я и Финляндия. Всего вам хорошего. До следующих встреч. Пока-пока. Всем хорошего настроения и хорошего продолжения дня.